Повышение качества образования – один из наиболее актуальных вопросов для государства. Об итогах встречи, где поднималась эта тема, расскажет наш корреспондент с места событий. В Казанском университете состоялось заседание Общероссийского народного фронта. Под председательством ректора Ильшата Гафурова и руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой участники обсудили вопросы повышения конкурентоспособности образования и квалификации кадров. О глобальной конкурентоспособности можно судить по количеству иностранных студентов, которые желают приехать к нам и обучаться. В стране мы уступаем только Московскому государственному университету. У нас сегодня обучается более 11 тысяч студентов из 106 стран мира, которые выбрали местом своей учебы Казанский федеральный университет. Собственные лаборатории, спортивный комплекс и общеобразовательные учреждения в экосистеме университета создают идеальные возможности для внедрения инноваций в области образования. Сотрудничество с «Сириусом» в раннем выявлении и профессиональной поддержке одаренных детей откроет новые перспективы для развития талантливой молодежи. Мы говорим здесь о повышении качества жизни, о повышении стандартов профессиональных, в данном случае о выстраивании программ на базе федеральных университетов педагогического толка. Мы попытались нарисовать вообще систему подготовки учителей, какие этапы она учитель проходит, прежде чем стать действительно профессионалом. Будем работать в одной экосистеме с «Сириусом», поскольку мы имеем и школы, и детский сад будем открывать, и занимаемся подготовкой кадров для работы в этой сфере. Ильшат Гафуров предложил сконцентрировать усилия регионального центра «Сириус» вокруг приоритетных направлений, развиваемых университетом. Ожидается, что эта программа уже в ближайшем будущем даст видимые результаты. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.